А представители ЛДПР провели еще один выездной прием в городском общественном транспорте. Кандидат в депутаты Государственной Думы Илья Шакалов пообщался с избирателями в трамвае. Старшему поколению либерал-демократы раздавали партийные газеты. С молодежью претендент в законотворцы делился жизненным опытом. Цель этой акции – это, прежде всего, общение с молодежью, рассказывать о целях и задачах политической партии, о тех социальных лифтах, которые партия предлагает молодому поколению. То есть, закрепившись на работе, вы можете, с учетом ваших знаний, стремлений и умений, подняться вплоть до высших должностных лиц и государства. Поэтому необходимо, прежде всего, учиться, работать и заниматься общественно-политической деятельностью, быть активным гражданином Кубани. Представители ЛДПР собираются продолжить серию встреч с избирателями в формате «выездной приемной».